Всем привет, с вами Ирина. Вот так вот мы подвесили одну фласочку. Здесь растения чуть-чуть меньше, чем в предыдущей фласочке, бутылке. Вот мы ее так подвесили на окошко, на ручку окна, ближе к лампе. Я думаю, что эта фласочка у нас еще некоторое время повисит здесь для того, чтобы растюшечки еще чуть-чуть подросли. Хотя они абсолютно уже видно, что нормальные, здоровые растения. Корешки, ребят, ну словно щупальцы. Очень классные, очень-очень уже вот видно их устица. Листики все красивые-красивые. Так что можно теперь запрашивать еще какие у них есть фласочки, но вот это одна единственная, конечно, была интересная, все остальные обычные, и цена на них немножечко, ну, не дешевая, скажем так. И покупать за такую цену простые орхидеюшки, которые мы можем купить у нас в магазинах, ну, я считаю, что нет смысла, если уже покупать фласочки, так что это уже такое очень-очень интересное. Ну, фласки в любом случае приходят к нам на Украину абсолютно нормально, безболезненно. Вот, я думаю, что в следующем нашем заказе уже не будет таких казусов. То есть грузчики теперь будут думать, куда ставить коробку, потому что с их зарплаты будут вычитать ущерб. Так что следующий заказ, я уже уверена, что должен прийти без каких-либо эксцессов. Вот, и посмотрим, возможно, закажем еще несколько фласок. Очень мне нравятся эти бутылочки. Одну бутылочку я забрала домой, она у меня стоит на телевизоре. Я лежу в ней, любуюсь, а вторая вот здесь вот висит в тепличке поближе к лампе. Пока что времени у меня еще нету их рассаживать, но как только появится свободное время, как только я разошлю всем заказы, ну тогда уже можно будет и взяться за фласочку. Очень классные малыши, ребят, очень-очень-очень. У меня намного больше эмоций по вот этим фласочкам, чем от фласок, которые я покупала у Рёльки, по-моему, да. У Рёльки мы брали Сого Масик, очень маленькую такую фласочку. Здесь такая самая, что ни на есть, настоящая фласка, стеклянная бутылочка, сверху прикрыта. Здесь у нас, чтоб дышала, забыла, как называется. В общем, я очень довольна. Так что я думаю, что будем заказывать фласочки еще. Ну, все. Спасибо вам огромное всем за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.